В России появится социальный институт, а точнее социальные участковые будут составлять карту оказания помощи нуждающимся. Они будут работать с семьями или одинокими людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Социальные участковые должны хорошо знать свой район, нужды и потребности жителей. Для каждого нуждающегося социальный участковый составит специальную программу оказания помощи. Помимо покупки продуктов, лекарств, надомной работы, сюда будут вводить и те услуги, которые никогда еще не входили в систему социального обслуживания. Например, помощь в здравоохранении, образовательную деятельность и даже поиск работы.